Привет! Я навожу порядок в своем кафе на дереве. Интересно, кто придет в кафе сегодня? Дизи, добро пожаловать в кафе! Что будешь заказывать? Мне, пожалуйста, десерт из шариков! А еще я прилетела сообщить тебе важную новость! Десерт из шариков – это просто! А какую новость ты мне хотела рассказать? Про самолеты! Суперкрылья не могут прилететь в твое кафе, потому что здесь нет аэропорта! Точно! Ведь чтобы приземлиться, самолету нужна взлетно-посадочная полоса. Что же делать? Держи свой десерт, а я пока позвоню Феде и попрошу его нам помочь. Алло, Федя, нам в кафе на дерево нужен аэропорт. Достанешь? Ждем. Понял. Где-то у меня был аэропорт. Нет, не аэропорт. Тоже не то. Нашел! Аэропорт Нью-Йорк. Достанем наш аэропорт. Для того, чтобы легче переносить аэропорт суперкрыльев, его можно упаковать в чемодан. Легкое движение, и крышка поднимается. Ну а теперь в кафе на дерево. Дизи, хорошая новость. Аэропорт будет готов через минуту. Я полетела рассказать об этом команде Суперкрылья. Федя, это что, аэропорт? Да, настоящий аэропорт. Смотри. Та-дам! А где же взлетно-посадочная полоса? Вот, их целых две. Раз. Два. Откроем двери. Включим свет. И поднимем Empire State Building. Я уже слышу гул самолетов! Точно! Вон они! Джет! Уолл!
Дони! Жером! Ребята, поторопитесь! Да мы здесь! Здесь! Мы прилетели! Что будете заказывать? Нам бы вкусный коктейль! Мы самолеты любим керосин! Федя, как сделать коктейль со вкусом керосина для самолета? Очень просто! Для этого нам понадобится нефть! Это нефть? Нет, это жидкость бесцветная, а нефть черная. Заливай нефть. Поняла. Еще, еще. Стоп! А теперь добавим немножко воды. Хорошенько перемешаем. И что? Получится керосин? Нет, но керосин тоже делается из нефти. Самолетам понравится. Надеюсь. Настоящие коктейли пьют из трубочек. Ура, готово! Как вкусно! У нас опять все получилось! Увидимся в следующий раз! Пока! Пока!